Привет всем зрителям и подписчикам канала. Вижу вашу активность под прошлым видео про новые 50 и 200 гривен. Также я там рассказывал про новые 5 гривен, которые выйдут уже в этом году 20 декабря. У нас отличные новости. Набралось 1000 лайков, а это значит, что в этом видео будет розыгрыш обещанного подарка. Глядите, что мне привезли со слета коллекционеров из Киева. Это 1000 гривен одной банкнотой. Я в первый раз держу эту банкноту, она довольно интересная. Как я говорил в прошлом видео, что эти банкноты пока не часто попадаются в обороте в Харькове. Вы встречали у себя в городе? Но думаю, нет. Ребята, напишите в комментариях, в каких местах мне попробовать заплатить этой банкнотой. Говорила, что это такое? Ой, мне дайте такую. Я взял их с запасом, так что могут получиться интересные видео. И я покажу реакцию людей на эту банкноту. А еще в этом видео я покажу 25 копеек из обихода, которые стоят реально 1000 гривен. Мне показал их подписчик. Если вы найдете такие в обиходе, я готов у вас их купить. Ссылочка на мой телеграм будет в описании к видео. Ну что, поехали? Вы наверняка слышали о том, что попадаются редкие монеты Украины номиналом 25 копеек 1992 года. Верно? Так вот, перед вашими глазами как раз такие. Мы посмотрим штамп монеты 25 копеек 5.1 ААВ. Сторона аверса – это там, где находится герб. Видим, что центральный зуб трезубца толстый и закругленный, листья плоские и расположены в одной плоскости, а буква И упирается в букву Н своим хвостиком. Шрифт в слове Украины довольно жирный, это легко заметно. Это штамп аверса 5.1. Давайте перейдем на реверс монеты. Во второй грозди, первая, вторая, ягоды в форме прямоугольного треугольника, а в грозди калины номер 5, 1, 2, 3, 4, 5, ягода находится под левой ножкой буквы П. Получить эту монету реально. И пока 25 копеек в обороте, я думаю, стоит этим заняться, перебрать свои копилочки. Я готов купить себе одну монетку в коллекцию, так что если у кого будет, пишите. А перед тем, как я проведу розыгрыш, хочу посоветовать вам интересный проект и канал на YouTube. Это сообщество людей, которые реально меняют Украину. На канале уже сейчас есть подборка полезных видео для развития ваших проектов. Ссылочка на канал будет в описании, очень рекомендую. Ну что, давайте переходить к розыгрышу. Почти 2 часа ночи, я решил провести розыгрыш сразу, как обещал. Как только наберется 1000 лайков, немножко не успел, уже 1200. Но все равно спасибо всем тем, кто написал свой комментарий, кто посмотрел этот видеоролик. Спасибо вам огромное. Сейчас что мы сделаем? Я копирую ссылочку на видео и вставляем его на сайте Lisa On Air. Здесь можно провести данный розыгрыш. Мы видим 9850 просмотров и 690 комментариев. Все комментарии учтены, которые на данный момент есть. И нажимаем кнопочку «Мне повезет», они у нас анализируются. И потом мы проверим, является ли участник подписчиком моего канала. Это важное условие для участия в данном конкурсе, в котором я отправлю монетку нечастую, 1 гривна 1996 года, которую я показывал, собственно, в этом ролике. Она вот в такой вот капсуле. Кстати, сейчас мы видим ее на заднем фоне. Ну что ж, я желаю удачи. Смотрю все выпуски, список подписок скрыт, к сожалению. Виталий Никитин, я не вижу, чтобы вы были подписчиком. Вот данная программа пишет, что список подписок скрыт. Мы посмотрим. Да, к сожалению, полностью закрытая страница. Я не могу проверить, являетесь ли вы моим подписчиком. Для того, чтобы я мог проверить, нужно открыть список. К сожалению, Виталий. Друзья, давайте еще раз попробуем разыграть эту гривну. Я буду периодически проводить розыгрыши разные. Посоветуйте, что вы хотели, какую монетку, чтобы я еще разыграл. Сейчас мы следующий канал. Друзья, условия, чтобы вы были подписаны на канал, чтобы я мог проверить это. Давайте следующего подписчика. У нас нумизмат. Список подписок скрыт. Ну, что ж такое, ну, ребята, ну как же. Как же так? Вот как вот мне проверить, являетесь ли вы моим подписчиком? Здесь ничего нет, у вас закрытый аккаунт. Друзья, пожалуйста, откройте список подписок, чтобы, если вы участвуете в конкурсах, чтобы я мог проверять. Друзья, я буду проводить, обещаю, еще конкурсы. Давайте дальше. Следующий подписчик. Класс, все, подписка есть.
Валентин, вот у человека открыт список подписчиков, подписок, и он написал единственный комментарий, и вот даже мы видим, что он нажал понравившееся видео. А внизу мы можем проверить те каналы, на которые он подписан. Я вижу, что тут очень много каналов и знакомые. Ну, в данном случае полностью сервис проверил за меня эту работу. Вот он, мой канал. Друзья, ну что ж, поздравляем победителя. Я могу только порадоваться за него. Те, кто не выиграл, не расстраивайтесь. Я буду регулярно проводить. И хочу сказать, что будет у меня обалденный новогодний розыгрыш в этом году, в декабре. Так что ждите, это будет просто космос. Отличная будет монета разыграна. Не буду пока говорить, какая, но вы будете приятно удивлены. Ну что ж, друзья, спасибо всем, кто посмотрел. Поздравляю еще раз победителя. Напишите, пожалуйста, в комментариях идеи, где можно заплатить банкноты в 1000 гривен. Я постараюсь снять это для вас и посмотрим, что получится из такого видеоролика. Ну что ж, всем пока!